Сказано, что все товарищи, поддерживающие Тору, называются сынами Торы. Они должны быть слиты со святой Шхиной, называемой Шхина, в ту самую ночь изгнания. Вы можете объяснить всю эту сцену? Невеста, товарищи, ночь, изгнание. Что это и какая связь с нами? Души, которые могут поднять себя благодаря ману к исправлению, к объединению, называются эти души сыновьями чертога, если они строят чертог невесты. И Творец радуется им и приближает их, и они приближаются к нему. Это исправление через объединение. Нечего больше делать. Никто не является неисправленным, если так можно сказать, только связь между ними. Неисправленность только в связи, в разбиении. Что значит все та ночь изгнания? Изгнание называется ночью. Все дни изгнания. А что такое изгнание? Изгнание относительно объединения, от связи между ними и в этой мере с Творцом.